8 мая площадь перед СМИ превратится в послевоенную танцплощадку. А сегодня здесь проходит репетиция для основных участников «Вальса Победы». Около сотни пар будут задавать темп масштабному действу, которое пройдет здесь 8 мая в 18:30. И, если честно, многие из них только начинают осваивать вальс. У нас 100 пар участников, то есть у нас будет участниками забита вся площадка перед ЦМИ, плюс, опять же, театральная постановка, и посмотреть могут все желающие, у нас будет много интересного, то есть выставка оружия, полевая кухня. В прошлый раз было очень много народу среди зрителей, и люди просто стояли и танцевали. А салют будет? Будет фейерверк большой. Присоединиться к вальсу может абсолютно каждый. При этом нужно выучить несколько несложных движений, быть в нужное время, в нужном месте, в нужной одежде и, конечно же, в хорошем настроении. С вами была Анискина Даша специально для Мир Белогорья.